где-то лет 12, у нас в доме был один хороший парень, такой умный, мы все говорим, о, он умный. Он чинил радиоприемники и их перестраивал на чужую волну. И вот, наконец, очередь дошла до меня и слушает, ну, ты, ну, конечно. Приходит ко мне и говорит, где твой приемник? Я ему достал старый такой, знаете, вот такой гравилы, с двумя ручками, вот крутишь его, а ты настраиваешь, другой подстраиваешь. Так вот аппарат. Тьё, а как же его перестроить? Я говорю, ну не знаю. Через 25 минут он говорит, все хорошо. Включил, и там... И вот это, как запело, я остолбенел. Мама дорогая, что такое? Я не трогал эту ручку, потому что звук так настроился хорошо, что она звучала кристально. Я стоял и так простоял 45 минут, потому что свободный голос Европы в качестве позывных запускал тогда песню «Как бомбило», и она длилась 45 минут. Вот это!